Здравствуйте. Всем привет. Меня зовут Татьяна. И я хочу оставить искренний отзыв благодарности для Игоря Чилиуца. Я благодарна и себе. Почему? А потому что я себе позволила обратиться к нему. Я когда увидела его сайт, я сначала испугалась очень сильно, а потом все-таки решила, думаю, попробуем. И вы знаете, я не жалею, потому что когда я получила исцеление Игоря, я почувствовала свою женственность, я почувствовала жизнь, я почувствовала этих бабочек в животе. Так здорово, не представляете. Поэтому я просто советую, если, девчонки, вы видите его сайт, вы слушаете меня, записывайтесь к Игорю на исцеление, реально на исцеление вашей женственности. И если вы молодые, тем более. Почему? Потому что у нас в нашей жизни такой постоянно какие-то происходят проблемы, они оставляют след в душе, какие-то отношения, они доставляют иногда много боли, и вы знаете, это все остается в нас. Это кажется, что оно все прошло, но оно остается в нас, она капелька по капельке, она уничтожает твою женственность, она уничтожает женщину в тебе. И мир становится серым, нерадостным. А вы знаете, я уже, в принципе, прошла через все это, так, и поэтому я вам просто советую тоже. Девчонки, бабочки в животе будут, они вернутся к вам, это будет здорово. Игорь, большое-большое тебе спасибо. Я обожаю тебя.